Осторожно, стена осыпается. Ну, естественно, кто же будет ремонтировать? Кому нахер надо? Зачем ремонтировать дом культуры, действительно? Какая нахер культура, ребята? Чего? Легче табличку повесить, осторожно, стена осыпается, чем ремонтировать. О, блядь. Что сделали? Да, печально. А ведь какое здание мощное. Мощное, классное здание. Встретиться взглядом с невестой боюсь. Вдруг она сразу поймет мою грусть. Вдруг она скажет, а где же ты был? Если любил меня, если любил. Сижу тихонько, я в стороне. Ах, как мне горько, что это горько, кричат мне. Вот мы обходим здание. Что у нас здесь? Это у нас черный вход, я так понял. Гнилая лестница. Блин, никто ничего не ремонтирует. Охереть можно. Просто охуели эти твари. Ведь можно сделать. Зачем запускать? Сделайте же из этого дома красавца. Вот здесь, скорее всего, была доска почета. Висели лучшие люди Перова. Те, кто здесь строили дома, те, кто облагораживали, создавали мир. Вот они здесь все были. Эти люди. Повара, техники, электрики, ударники коммунистического труда. Ну, в общем-то, те, кто и должен быть на главных позициях в городе. Люди труда. Ну, прощай, Дом культуры. Может, еще свидимся когда-нибудь.